Смотрите сегодня. Первые холода уже наступили, и пора задуматься о новых перчатках. Тем более, что недавно появилась первая модель отапливаемых рукавиц Zanier Heat GX. Не можете заставить себя бегать по утрам? В Японии нашли отличное решение этой проблемы. Велосипед с приводом от беговой дороги. LMA Manager 2007. Следующее поколение футбольного менеджера. Новый движок игры и базы данных, а также система трансфера футболистов. И, конечно, просмотр матча в современной 3D-графике. Наступила пора зимних видов спорта, и компания RTL Enterprises объявила о скором выходе новых спортивных симуляторов, разработанных студией 49 Games. GTI Racing – гоночный симулятор на движке Chrome Engine – взял все самое лучшее у таких монстров, как Need for Speed Underground 2 и World Racing. Более 15 лицензированных моделей от Жука до находящихся в разработке прототипов. Установка палатки – процесс долгий и утомительный, даже если делаешь это не в первый раз. Но теперь есть переносной дом, который раскладывается сам, всего за несколько секунд. Происходит это превращение в воздух. От вас просто требуется кинуть это чудо туда, где вы хотите переночевать. Вес новинки всего 3 килограмма, а стоит она не намного дороже обычной палатки. Wheelman – это новейший гибрид, созданный из мотоцикла и скейтборда. Кататься на нем не сложнее, чем на обычной доске. К тому же переднее колесо оснащено рулевым механизмом. Двигатель разгоняет мотоскейт до 30 км в час. Управление происходит при помощи пневматического шарика в руке у наездника. Сжимая и разжимая его, можно регулировать скорость. Для полной остановки шарик надо полностью отпустить. Стоит такой агрегат, как десяток неплохих скейтов. Первые холода уже наступили, и пора задуматься о новых перчатках. Тем более, что недавно появилась первая модель отапливаемых рукавиц Zanier Heat GX. Работают они от батарей, лежащих в специальном кармашке. Элемента питания хватает от 2 до 10 часов, в зависимости от температуры нагрева, которая, кстати, имеет довольно большой диапазон от 30 до 55 градусов по Цельсию. Стоит новинка недешево – $250. Не можете заставить себя бегать по утрам? В Японии нашли отличное решение этой проблемы. Велосипед с приводом от беговой дорожки. С таким аппаратом вам не страшны ни лужи, ни слякоть. Вы бежите по чистой и сухой поверхности, а велосипед везет вас в нужное место. Называется новинка 3D Bike. Надо отметить, что в Японии, где велосипед второй вид транспорта, после автомобиля это изобретение получило большое признание. Стоит новинка не намного дороже хорошего велосипеда. Неделю назад мы показывали вам игру FIFA 2007 глазами футболистов. Сегодня мы увидим, как выглядит футбол со стороны управляющего командой. Разработчики из компании Codemasters выпустили новую часть футбольного менеджера LMA Manager 2007. Возможно, пользователям персональных компьютеров это название ничего не говорит, однако это очень известная и популярная игра на консолях. А началась эта история еще в 1999 году. В новой версии игры основательно переработан движок, который поддерживает все современные технологии, например, динамическое освещение. Правда, качество модели игроков во время футбольного матча все равно оставляет желать лучшего. Вас ожидает 20 сезонов и более 1000 команд, составы которых откорректированы с учетом современных данных. Также тщательной доработке подверглась система менеджмента, а модели стадионов сделаны с их реальных прототипов. В первую очередь вам нужно определиться с типом игры, командой и самим менеджером, за которого будете играть. Игра имеет простой и понятный интерфейс. Доступ к любой информации можно получить всего парой нажатий кнопки мышки. Вы можете выбирать команду из клубов и сборных более чем 50 стран. Как менеджер футбольной команды вы сами определяете места для подготовки своих игроков к сезону – Америка, Европа, Африка, Азия или Океания. Составы команд полностью соответствуют реальным на момент выхода игры. Каждый игрок обладает несколькими характеристиками, которые меняются в зависимости от интенсивности тренировок, частоты выхода на поле и некоторых других факторов, в том числе и случайных. Позвольте представиться, мистер Вельвет. Возможно, мое прозвище покажется необычным и странным, но оно относится и к спорту, и к финансам. Со мной вы будете гарантированы от случайностей и неудач, как в подготовке команды, так и в денежных вопросах. Являясь менеджером команды, у вас будет полный доступ к отчетам всех матчей, которые проходят в вашей лиге, а также к информации о физической и моральной форме противников.
вы будете заключать контракты с новыми игроками, продавать существующих, менять им зарплату и определять политику клуба для получения большей прибыли. Именно эта часть игры является основной. После долгой работы управляющего командой наступает время проверки его способностей. Сама игра. Парни, я свои задачи выполнил. Теперь ваша очередь показать, чего мы стоим. Вперед и без победы не возвращайтесь! Большую часть времени приходится внимательно следить за игрой своей команды и соперников, предугадывать их тактику и менять свою. Ребята, давайте уже, вперед! Шульц! Шульц, пасуй! Гикс, молодец, обошел его! Давай, 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 вперед! Пас! Ричардсон, бей! Молодец! Супер! Так ему! Да, это мои парни! Посмотрите, какая передача, какой навес! Вратарь просто не успел среагировать! Именно в такие моменты каждый менеджер осознает, что работал не зря. Особенно если весь матч прошел успешно. После каждого матча можно посмотреть что-то вроде спортивных новостей с лучшими моментами из игры. А дальше подготовка к следующему поединку. Смотрите далее в нашей программе. Наступила пора зимних видов спорта, и компания RTL Enterprises объявила о скором выходе новых спортивных симуляторов, разработанных студией 49 Games. GTI Racing – гоночный симулятор на движке Chrome Engine – взял все самое лучшее таких монстров, как Need for Speed Underground 2 и World Racing. Более 15 лицензированных моделей от жука до находящихся в разработке прототипов. Разработанная и выпущенная в 2004 году NBA Live 2005 была настоящим прорывом в спортивных играх. Разработчики смогли создать эффект полного погружения в процесс игры. Кроме того, были достигнуты большие изменения в области графики, анимированы трибуны и лица футболистов. Играть в NBA Live 2005 с клавиатуры у вас не получится. Для грамотной игры тут просто необходим геймпад или джойстик. Разработчики Electronic Arts Canada, исправив ошибки предыдущих лет, в 2004 году выпустили очередной симулятор бейсбола. Игра сразу была признана лучшей в своем жанре. Бейсбол 2004 открыла миру компьютерных игр новый вид спорта и спортивных симуляторов. Тогда впервые появился режим Dynasty, который позволял управлять одной и той же командой на протяжении нескольких сезонов. Наступила пора зимних видов спорта, и компания RTL Enterprises объявила о скором выходе новых спортивных симуляторов, разработанных студией 49 Games. RTL Winter Games 2007 будет включать в себя 15 видов спорта – коньки, биатлон, прыжки на лыжах, кёрлинг и другие. Релиз игры в Европе состоится в декабре текущего года. RTL Winter Games 2007 выйдет сразу же на двух платформах – PlayStation 2 и PC. Еще одна новинка – Tiger Woods PGA Tour 07 – симулятор гольфа от Electronic Arts. Все модели спортсменов созданы разработчиками с фотографической точностью. Огромное количество камер на площадке поможет вам точно и своевременно оценить вашу позицию. Вы сможете участвовать в чемпионатах и играть за реально существующих спортсменов. Кроме того, имеется возможность улучшать определенные навыки ваших подопечных. Выйдет новинка на платформах Xbox, PlayStation 2, PSP и PC. Гоночный симулятор GTI Racing не случайно имеет альтернативное название Volkswagen Golf Racer, поскольку полностью посвящен автомобилям этой марки. Модельный ряд доступных в игре машин начинается с жука, который в 2001 году был признан машиной столетия, а его производство началось в 1945 году. Разработана модель, кстати, была Фердинандом Порше, фабрикантом германского правительства еще до войны. Всего в игре представлено 15 автомобилей немецкого концерна. Трасса расположена в крупнейших европейских странах – Франция, Англия, Италия и другие. Игра разработана на движке Chrome Engine. Благодаря этому графика и физика поведения машин на высоте. Разочаровывает только то, что поведение автомобиля никак не сказывается на его ходовых качествах. Выбираем режим серии заездов, в котором обычные гонки объединяются в чемпионаты. Каждый состоит минимум из одного заезда. Чтобы вас допустили до участия в новом чемпионате, вам необходимо занять первое или второе место в каждой гонке. Дальше открываем меню покупки автомобиля и выбираем себе машину. Начальный капитал невелик, всего 15 тысяч. Хватает только на старенький гольф 1974 года выпуска. Но ничего, уже после первого чемпионата вы запросто сможете купить себе новую машину. А пока на оставшиеся средства попробуем улучшить конфигурацию своего гоночного авто. Заходим в автозапчасти и покупаем неплохие стабилизаторы, которые ограничат наклон кузова при поворотах на большой скорости.
и легкосплавные диски для уменьшения веса колес и лучшей управляемости. Дальше нужно настроить своего коня, выбирая нужную жесткость и высоту подвески, перевёрточные отношения, вид трансмиссии и чувствительность руля. Что ж, машины готовы к гонке и можно начинать. Но не торопитесь, лучше сначала пройти тест-драйв и проверить настройки. Оправдали себя, и для асфальтовой трассы машина настроена идеально. Выбираем начало гонки. 3, 2, 1. Машины срываются с мест и несутся к первому повороту. Подрезаем соперника справа. Выходим на меньший радиус и по внутреннему кругу сразу вырываемся в лидеры. Теперь надо сохранить позицию. Соперники буквально висят на хвосте. В одном из поворотов мы справляемся с управлением. Машину разворачивает. Двое преследователей тут же уходят вперед, а третий врезается в нас. Ничего страшного. До финиша целый круг. Все еще можно исправить. Выгоняем лидеров. И посмотрите, приходится буквально расталкивать машину лицевой. Обходим по внешнему радиусу одного и приближаемся вплотную к лидеру. Вот, отличная возможность. Выворачиваем руль влево, срезаем по газону, опережаем соперника и снова становимся лидерами. До финиша осталось всего ничего, и можно считать, что кубок уже у нас в руках. Гонка закончена. Мы получили доступ к следующему чемпионату и лидерный приз для покупки новой машины. Развитие GTI Racing происходит довольно быстро. Помимо чемпионатов можно участвовать в специальных заездах. Это гонки по бездорожью, драг и дрифт-рейсинг. За победу в этих соревнованиях вы также получаете денежные призы и открываете новые классы машин. Несмотря на некоторую аркадность, геймплей GTI Racing все равно захватывает. Особенно советуем эту игру любителям тюнинга. Такого количества автозапчастей в спортивных симуляторах встречается нечасто. Вы можете буквально своими руками превратить старенький гольф в гоночный автомобиль. Смотрите в следующий раз. Биатлон 2006. Погоня за золотом. Это головокружительная карьера, возможность заработать миллионы, чтобы снова потратить их на тренировки. А также более 80 спортсменов, впечатляющие разнообразие ландшафтов и изменяющиеся погодные условия. Evolution Gran Turismo. Разработчики изобрели новый жанр – ролевой гоночный симулятор. Вашему пилоту может стать плохо прямо во время гонки. Следите за его здоровьем и интуицией. С помощью замедления времени вы можете предугадывать события на трассе.